Всем привет! Это ваша ежедневная доза интернета. Люди наконец-то начинают понимать, что класть яйца в микроволновку не лучшая идея. Этот парень лучше всех складывает джинсы в мире. Но во время военных учений у одного из солдат не раскрылся парашют. Твою мать! У него парашют не раскрылся. Остальные в порядке. Вот, блин. О, блин. Эта утка очень любит поцелуи. Школа организовала конкурс, где родители учеников соревнуются в беге. Одна из мам оказалась двукратной олимпийской чемпионкой. Парамедики в Великобритании тренируются с джетпаками, так как в будущем это поможет спасать людей в труднодоступных местах. Этот оператор решил снять извержение вулкана с дрона и подлетать максимально близко. Впервые встречаю кота, который настолько сильно настроен на прыжок. Прыгай, чувак! Ой, прости, чувак. Эта установка может держать пенопласт с помощью звуковых волн. Что если нажать на кнопку из синей медузы? Напишите, если заметили что-то необычное. Эта команда спасателей заметила человека, накрытого лавиной, когда у него было видно только лицо и руку. Спасибо большое за просмотр, надеюсь, что вам понравилось это видео. Заранее большое спасибо за лайк, а перевел и озвучил виски. Ага.